Компания Element предлагает медные тены на бойлер Termex мощностью 2000 Вт. Тен установлен на фланец диаметром 62 мм. Имеет трубку под термодатчик. Трубка и фланец изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки 304. Погружная длина 170 мм. Тены подходят на бойлеры Electrolux, Grand Therm, Termex, Amina, Polaris, ATT и другие с посадочным отверстием под фланец 62 мм. Контактные выходы ПАПа или флажки с резьбой М4. Уточняйте это при заказе. На фланце есть крепление под анод с резьбой М6. При установке тена необходимо также ставить магниевый анод. Он нужен для защиты тена от электрокоррозии. Анод препятствует образованию накипи на тене, снижая ее плотность и облегчая чистку бака. У нас в продаже есть как дешевые аноды, так и более высокого качества. Мы рекомендуем устанавливать итальянские аноды. Они отличаются шероховатым магниевым сплавом и ровной прорезью на торце. Обращайте внимание на качество прокладки. Дешевые прокладки со временем расползаются и могут начать протекать на электронику в бойлере, что не очень безопасно. Так что мы рекомендуем устанавливать только качественные силиконовые прокладки, которые надежно прослужат до следующего ТО бойлера. А заказать любые запчасти, такие как тены, прокладки, аноды, терморегуляторы и термоотсекатели, можно на нашем сайте elementtm.com.ua или по телефону 050 631 97 99. А ссылка на наш сайт находится в описании под видео.